Калмыкия присоединилась к празднованию годовщины Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». На этой неделе в стране пройдут мероприятия в честь старта акции, челленджи, флешмобы. В 2020 году, когда в Калмыкии появились первые пациенты с коронавирусом и были введены ограничительные меры, именно волонтеры стали помощниками для нуждающихся. В первую очередь, конечно же, для пожилых граждан и других социально незащищенных групп населения. Работой по организации штаба и его координации занимался Общероссийский народный фронт в Калмыкии и региональное министерство по делам молодежи и спорта. С каждым днем росло количество заявок, вместе с этим и число неравнодушных людей, готовых прийти на помощь. Самые активные волонтеры в конце прошлого года были отмечены памятными медалями за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции «Взаимопомощи мы вместе» от имени президента России Владимира Путина. Всего за время работы регионального штаба более 500 человек стали добровольцами, в том числе волонтеры-медики, представители бизнес-сообщества, общественных организаций. Почти за год в условиях пандемии более 20 тысяч человек старше 65 лет получили бесплатные продуктовые наборы. Также подарочные наборы и поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне переданы ветеранам. И это лишь малая часть работы, проделанная волонтерами. С годовщиной работы акции добровольцев поздравила заместитель председателя правительства Калмыкии Ирина Швацман. Также она приняла участие во флешмобе, который наглядно показывает причастность всех. Нить, которую перекидывали волонтеры, символизирует связь между людьми, взаимопомощь и готовность прийти по первому зову. Благодаря этим двум людям акция в нашем регионе получилось. Мы спасли много жизней, вы спасли много жизней. Вы помогли многим людям. Вы сделали очень много благих дел. Вы смелые. Мы гордимся вами. Вы настоящие герои для нас. Я хочу сказать вам огромное спасибо. Вы весь год трудились, вы сделали много хороших дел. Движение «Мы вместе», которое объединило по стране всех неравнодушных, волонтеров, партнеров. А за это время мы оказали помощь более 20 тысячам граждан нашей республики и продолжаем это делать. Хочу всех поздравить с праздником, пожелать всем крепкого здоровья, оставаться такими же большими и добрыми людьми, благодаря которым эта акция существует.